Передовые технологии помогут в реабилитации пациентов, которые перенесли инсульты и получили серьезные травмы. Сургутский окружной травмцентр оснастили высокотехнологичным современным оборудованием, которое ускорит процесс восстановления. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. Транскраниальная магнитная стимуляция – один из современных методов физиотерапии. Магнитными импульсами воздействуют на головной и спинной мозг, а также на мышцы и структуры периферической нервной системы. Процедуры показаны пациентам, перенесшим инсульт. При болезни Паркинсона помогает в лечении хронических мигреней при сильных болевых синдромах. При проведении процедуры никаких болевых ощущений нету, но будем надеяться, что все будет хорошо и головных болей у нас не будет никогда. В реабилитационное отделение Сургутской окружной травмбольницы с начала года поступила целая партия современнейшего оборудования для лечения пациентов с нарушениями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Интерактивный стол для развития мелкой моторики, новая беговая дорожка с обратной связью и прикроватный велотренажер. Передовые технологии помогут ускорить процесс восстановления после инсультов и травм. Когда пациент может и самостоятельно давать нагрузку, и тренажер помогает пациенту, когда еще очень ослаблен, за него выполнять движение. Пациентам, у которых имеется паротичность в раннем восстановительном, позднем восстановительном периоде инсультов, в острых периодах даже инсульта, у пациентов после травм черепно-мозговых или же травм позвоночника. В отделениях реабилитации появились и интерактивные комплексы, чтобы восстанавливать подвижность пальцев рук и кистей. Сабина Амрахова 6 лет назад перенесла инсульт и трепанацию черепа. Правую сторону тела парализовала, девушка потеряла память и речь. Теперь разрабатывает разные группы мышц. Каждые полгода с тех пор она проходит реабилитацию в травмбольнице. Вместе с врачами удалось добиться колоссальных успехов. В принципе, уже все хорошо. Есть моменты еще, которые нужно доработать. И одно из них – это вот конечности, стопа, кисть. Они еще немножко плохо работают. И вот это вот новое оборудование, оно как раз, в принципе, нацелено на кисть, потому что ее очень сложно восстановить. И это очень удобно, как бы. Мне понравился этот тренажер. Вот. Ну, занимаемся. В общем, здесь мне очень нравится. На этом оснащение не заканчивается. В скором времени в арсенале у медиков появится высокотехнологичная стабилоплатформа для тренировки, равновесия и опоры. Техническая модернизация в больнице происходит за счет средств федеральных субсидий, выделенных по программе оснащения клиник, в структуре которых есть отделение медицинской реабилитации. Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.